поехали. Это самый плотный график из всех вообще, который у меня был. Снимаю Макса 100-500. В чем секрет успеха Макса? Третий перелет за сутки. О, пожаловать в Милан. Я обожаю эту жизнь. Мой первый забитованный текст. Короче, Макс через 3 дня забирает Rolls-Royce. Блин, Макс, это просто мощь. Yeah, let's go. Так, ну что, друзья, отсюда я начинаю свой марш-бросок по городам Европы. Сюда попал еще Краснодар. Первый такой в моей жизни очень плотный бизнес-трип. Сегодня, в субботу, я лечу в Краснодар. Там я выступаю на мероприятии, которые собрали ребята для предпринимателей. В субботу ночью я уже улетаю обратно из Краснодара в Москву, из Москвы в Милан. В Милане будет выставка товаров для дома, очень крутая. В понедельник вечером уже я лечу в Париж. Во вторник – Прованс. И потом в среду – Барселона. Это самый плотный график из всех вообще, который у меня был когда-то в жизни. Мне даже немножко страшно. Посмотрим, что там в Краснодаре. Поехали. В общем, тут лето капитальное. Так, ну что, мы на месте? Ну что, друзья, начинается наше выступление. Привет, привет, привет. Вообще, кстати, меня часто спрашивают, о чем я рассказываю. Это путь предпринимателя. Вот это тема моего выступления. И задача его сделать так, чтобы после того, как человек услышит мое выступление, чтобы он, первое, захотел стать предпринимателем. Второе, если он предприниматель, то чтобы в сложные моменты он не останавливался, вспоминал мою историю и шел дальше. И третье, научиться быть более осознанными и становить себя причиной всего, что происходит в жизни. Не жертвой, как ты говоришь, что все вокруг навалилось, все плохо. Ты причина, и ты можешь всегда все поменять. В любой момент ты можешь все изменить. Короче, ребята, в этом лифте поместилось 50% людей, которые сегодня будут на съемке. Кого снимаю? Очень Макса. Старого, проверенного товарища на ютубе. Серега Косик. Да, это я. Не, на самом деле мы снимаем Макса 100-500. В чем секрет успеха Макса? Какой-то, может быть, суперсекретный ингредиент, может быть, какая-то крутая команда, или, может быть, Макс просто красавчик. Короче, будем сегодня разгадывать. Это третья уже попытка снять интервью, а спустя уже, наверное, месяц или полтора месяца после того, как мы начали переговоры, вот мы планируем начать снимать. Короче, смотрите, я вообще считаю, что, знаете, должен быть контент true, live, никакой постановы, то есть, знаете, никаких лишних людей, вот эти вот какие-то оборудования, лишние камеры, я это все не люблю, вот. Один вопрос от тебя для Макса специально, я задам. Сколько ты зарабатываешь? Сам как? О, да. Я ему, короче, по жопе бью, такой, говорю, давай резче. Я такой думаю, да вы че, ребята? Надеюсь, вы все сгорите в аду, блядь, за то, что вы делаете с молодыми пацанами. Так, вот он, Милан. Мы провернули это дельце. Очень круто работают такие надписи. Возьми с собой. Это фантастика вообще. Самое большое для меня было откровение в маркетинге. Это то, что люди делают то, что ты им говоришь. Например, подпишитесь на мой канал. Возьмите с собой. Берут с собой. Так, ну что, третий перелет за сутки. Полет нормальный. Come on. Все ворота открываются передо мной. О, пожаловать в Милан. Грация милли. Чао. Let's go. Монастыра. Вау, блин, ну это белиссимо. Посмотрите, когда я вижу такой гардеробный, я понимаю, что я по адресу. Охренеть. Это кайф. Мама, я в Милане, мама, я в Милане. Блин, ребята, это такой кайф вообще. Я обожаю эту жизнь. Представьте, я 24 часа назад я был в Краснодаре. Я ехал в машине со скоростью 210 км в час, меня везли в аэропорт. 2 горячих краснодарских парня, привет вам. И сейчас я здесь, в Милане, на крыше одного из лучших отелей. Смотрите, здесь такая красота. Дели
Белиссимо. Вы помните, в предыдущем выпуске мы разыгрывали книгу «Зеленый король». Это одна из моих любимых книг. И нужно было набрать максимальное количество лайков на вашем комментарии. Таким человеком стал Евгений Локтионов. 395 лайков, Евгений Локтионов. Книга отправляется тебе. Привет, друзья! У меня для вас новости. Для рэпа открываются новые, другие сочные области. Здесь было много драм, подвалов и драм. Я вам расскажу историю, как вообще начался мой рэп. Когда я написал вот этот первый текст, потом мне написал парень, который покупает мне иногда шмотки в Италии. Он живет в Неаполе, его зовут Виктор Викторович. Я ему рассказал про стихи, короче, оказалось, что он пишет биты. Вот сейчас я в Милане, смотрите, только что он скинул мне мой первый забитованный текст. Здесь было много драм, подвалов и травм. Блин, я вообще не ожидал. Вот, смотрите, голубчик этот. Занимать на грани к лицензированию. Грани к лицензированию. Здорово. Короче, Макс через 3 дня забирает Rolls-Royce. Вау, это просто кайф. Он как белая яхта. Вау. Блин, Макс, это просто мощь. Да, Макс, расскажи, как это было. Мы сидели, обучали ребят, успешных предпринимателей. Рецирует, говорит, Макс, мы ставили им цели. Давайте я тоже поставим. Я там все рассказал про Rolls-Royce, говорил, что дискомфортно идти к цели. И потом, короче, мне залепили по нашей технологии. Ну скажи, я профессионально отработал по технологии. Очень качественно, очень качественно. Я уже ничего не смог сказать, потому что люди посмотрели. Макс, сколько стоит Rolls-Royce? Новый 26 лимонов, а я буду забрать за 13,5. Макс, напомни, сколько тебе лет? 24 года. Скажи, как заработать 24 года на Rolls-Royce? Ну, надо работать, блин. На самом деле, я заметил, что 5 лет назад очень много работали. 16 часов в день, вообще не спали, слишком, ну, прям большой труд. Поэтому я считаю, что если я сейчас куплю Rolls-Royce, я сейчас опять начну так жестко круто работать, и я, ну, прям буду на подъеме. Это бизнес-рэп, это бизнес-рэп. Это интеллектуальный рэп, ребята, вы готовы? Тогда здесь и сейчас начинаем наш батл. История создания бизнес-рэпа в России началась именно так. Бизнес-рэпа, интеллектуального рэпа, не знаю, как это будем называть, но мне кажется, это новая эпоха. Встречаем MC Косенко. Это бизнес-рэп, это бизнес-рэп. Друзья, это эпохальный момент. Сейчас в мой влог ворвется сам Виктор Викторович, который в деле. Запомните это лицо. Я про тебя уже все уши прожужжал во влоге. Это Виктор Викторович лично. Виктор Викторович в деле. Хиро в деле. Еще офигенный шмот Виктор Викторович подгоняет. Шоколад из него. Шоколад в мире. Огонь, блин, да. Еще это фирменные подарки от Виктора Викторовича. Потом вечером покушаю. Это идеально. Расскажи, что мы будем делать сейчас. Работает команда профессионалов. Мы все делаем несколько этапов. Первый этап — это мы сочиняем трекан, вернее, Сергей Косенко. Сейчас мы отправим его Чижу на досоединение. Чиж — это культовый персонаж электронной музыки. А реально? СССР, да, он заплетал вообще дреду и децу. И, конечно же, рубрика прямо сейчас. Давайте, не дожидаясь 8 марта, сделаем сюрприз нашим дорогим девушкам, женщинам, мамам, кому угодно. Закажите цветы прямо сейчас. Здесь нет партнерства с цветочными компаниями. Но закажите цветы прямо сейчас и сделайте неожиданный приятный сюрприз. Это будет офигенно. Прямо сейчас позвоните в службу доставки цветов и закажите цветы для своей девушки, жены, мамы или, может быть, для своей дочки. Не сливайтесь, поставьте на паузу и сделайте это прямо сейчас, а потом досмотрите видео. Воздух тут охрененный. Вы хотите увидеть, как паркуются настоящие суровые итальянцы, миланцы? Посмотрите сюда. Это мощно вообще. Потом мы запишем ленту, и лента будет разыгрываться во влоге. Мы сделаем кассеты VHS, кассеты аудио. И... оставляем комментарий к этому видео. Тот комментарий, который наберет максимальное количество лайков, получит от меня и от Виктора Викторовича, получит видик и VHS-кассету. С первым видеоклипом. Это будет просто огонь, ребята. Ставим комментарии, ставим лайки. Самый крутой будет награжден. Пока.